Постановление, которое касается поставок газа на Украину в четвертом квартале этого года, подписал Дмитрий Медведев. Как говорится в документе о ставке вывозной таможенной пошлины на период с 1 октября по 31 декабря, цена газа для Украины установлена на уровне цен для сопредельных с ней стран Европейского Союза. Между тем, газовый вопрос сегодня будет обсуждаться в Брюсселе. Там пройдет раунд трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС. До начала отопительного сезона остается совсем мало времени, а Киев из-за отсутствия денег так и не закачал в подземные хранилища объемы, необходимые для транзита в Европу зимой. Как ожидается, на эти цели 500 миллионов долларов украинцам выделит Евросоюз. И поскольку украинские власти так и не смогли гарантировать целевое использование этих средств, их, по данным РИА Новости, зачислят сразу на спецсчета «Газпрома» в качестве предоплаты.